Открытие выставки картин с вокально-инструментальным сопровождением и чтением стихов состоялось в Успенском доме культуры. Автор экспозиции с красивым названием «Дневник путешествий» Лали Малякова. Музыкант по первому образованию всего несколько лет назад исполнила свою давнюю мечту, закончив второй вуз и став профессиональной художницей. Это как раз, наверное, такая возможность сказать людям, что учиться никогда не поздно. Всегда можно осуществить свою мечту, и это нужно и обязательно нужно делать каждому, кто эту мечту имеет. Я думаю, что она есть у всех. Эти картины написаны автором за последние 3 года. Невероятные пейзажи Санта-Маринеллы, виды города Псков, озеро Сон-Куль, портреты и натюрморты и даже дипломная работа Лали. Это наша такая групповая поездка в Киргизию, такая уникальная, прям скажем, поездка, знакомство с совершенно другой культурой, с другой страной. И меня вот эта поездка сподвигла выбрать тему диплома Киргизию. 2 работы. Одна – это озеро Сон-Куль, и вторая работа – юрта. Это мои дипломные работы, за которые я получила красный диплом. Гости церемонии открытия услышали музыкальные и поэтические произведения Лали Маляковой, ее рассказы о путешествиях и выставках. Знакомство с необычной художницей и ее творчество подарили массу положительных эмоций всем, кто пришел в этот день в ДК «Успенская». Выставка «Дневник путешествий» продолжает свою работу. Увидеть картины Лали Маляковой могут все желающие. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».